Урок номер 9. Торговая панель. Watchlist обладает торговой панелью. Вам не обязательно что-то придумывать или ставить какие-то другие программы, чтобы вести торговлю напрямую в терминале. Вы можете торговать стандартным классическим методом через контекстное меню, вы можете торговать через меню ⁇ Новый ордер ⁇ также вы можете использовать встроенную торговую панель в Watchlist Endlinker. Данная торговая панель показывает текущий выбранный ваш финансовый инструмент. С помощью этой панели вы можете моментально открыть сделку напрямую из ватч-листа. А, типы ордеров, которые может открыть ватч-лист. Лоты. Take profit вы можете установить в пунктах. Stop loss в пунктах. Для отложенных ордеров вы можете установить цену, по которой будет отложен ордер. И вы можете увидеть цены, по которым будет установлен take profit или stop loss. Также вы будете видеть стоимость одного пункта, вашу примерную прибыль, которую вы получите в случае, если ваш ордер закроется по take profit, и убыток, который вы можете получить в случае, если ордер закрыт по stop loss. С помощью кнопки сбросить вы приводите... Торговую панель в значение по умолчанию. С помощью кнопки отправить вы отправляете приказ своему брокеру на а, открытие позиции в рынке или на установку отложенного ордера. Давайте посмотрим как это работает. Я выберу финансовый инструмент доллар японская иена. Я выбираю что хочу купить. Лотом 001, с тейк профитом 500, со стоп лоссом 500. Цена, по которой будет открыта сделка 105 590, но в момент открытия цена может измениться. Я вхожу по текущей цене. Тейк профит, стоп лосс. Нажимаю отправить и у меня появляется позиция на покупку по валютной паре доллар японская иена. Как видите, тейк профит стоп лосс все установлено у ордера установлено у меня графики чуть-чуть съехали поэтому не видно далее вы позицию можете модифицировать напрямую на графике изменить take profit удалить take профит удалить стоп лосс или закрыть саму позицию в терминале watchlist and linker Никаких больше действий с позицией не делает, не тралит, не модифицирует и не закрывает. Данный инструмент предназначен только для того, чтобы открыть позицию или установить отложенный ордер. Чтобы закрыть окно, мы нажимаем снова на кнопочку песочных часов и торговая панель закрывается.